Доброе утро, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, наконец-то мы взялись за работу. Приехали мои дети. Приехал Костя, Ксюша, сваха моя вторая. Так, он и у нас артист маленький есть. Булат. Потом он нам станцует. Все, друзья, у нас, как всегда, ветер. Так, проверка. Ну-ка посмотрим, как Костя пашет. Вот. Это чеснок, стрелки, которые там же семена. Так, друзья, пока Костя тут пашет, мы, чтобы не стоять, делаем грядки. Вот у меня чеснок по длине, здесь рядом будут другие грядки. Тут лук, рядом морковь, ну посмотрим уже. Вот в эту сторону у меня пойдут грядки. Так, а по этой стороне будет картошка. Там видно будет, друзья. Так, Ксюша делает тропинку. Ксюня, чуть-чуть у нас дуга там, да? Ага. Ну-ка, я тебе скажу, давай. Так, прямо, прямо, прямо. Прямо, прямо еще, правильно. Прямо. Так, стоять. Ксюш, стой. И вот сюда в сторону чуть-чуть, где чеснок. Чеснок, да. Во-во-во-во-во-во-во, молодец. Все-все. Молодец, Ксюша, молодец. Видно уже грядку готовую. Костя шумит, ну ладно. Потом там еще покажу вам, если не слышно будет. Вот теперь Ксюша будет чертить. Костя специально остановился, чтобы мы сказали. Вот такая грядка красивая, ровная. Сажаем лук-севок. Сажают. Да, правильно сказать. Да, да. Это контроль. Нет, это нет уж. Вашу работу. Работу нашу. Снимаю я. Молодцы, молодцы. Ой, как ровно они сажают. Какие молодцы. Вы, наверное, и морковь так же хорошо посадите, да? Если хотите, и свеклу посадите. Так, девчонки, вот я все это укрытие сняла. Сейчас покажу вам яблоню. Сегодня у нас тоже 0 градусов было ночью. Может, больше. Вот такая яблонька. Красотулька. Друзья, сейчас я вам покажу. Там на елке у нас сова еще. Так, друзья, еще раз показываю вам. Тот спрашивал, никого не учу, просто вот мы спахали, и тут у меня идут грядки. Вот чеснок, тут у меня лук, тут, в общем, сажаем, друзья. Здесь у меня и перец, и помидоры. Так, тут у нас, тут морковь, грядки я большие, широкие не делаю в этом году. Будут узкие, а здесь будет свекла у нас. Так, морковь посадили, посеяли витаминную и король осени. Так, здесь посадим свеклу. В общем, вот так, короче. Ну что, как дела, Саха? Устала. Устала, да? Ничего. Ничего, отдохнешь сейчас. Да, да. Так, в общем, что у нас тут? Что у нас тут, друзья? В общем, на той стороне пашут. Что-то
А, вон что, я не пойму. Ксюша про. Ксюша уезжает. Че, Ксюш? Все, да. Ксюшу проводила. Молодец, Господи, с Богом. Ксюша на работу. Все, поехала. Так, мальчишки мои, все пашут, пашут. Вот такие грядки издалека, красивые. Работа у нас тут идет. Тут у меня вот такой лук эксибишн. Курам на смех. Ну ладно, это первый раз, друзья. Что получится? Я уж придержала. Посмотрим. Так, здесь у меня сваха сажает, смотрите, какой чеснок. Сваха, ну-ка покажи свой чеснок. Это чеснок яровой. Посмотрите. Этот чеснок не растет, он не портится, сохраняется отлично. В общем, вот вы видите, у меня вот там целая грядка длинная. Вот. И вот что-то мне захотелось такой чеснок еще посадить. Вот такая грядочка. У меня грядки нынче будут такие миниатюрные, аккуратненькие такие, узкие. Вот. Тут сваха посадила мне лук семейный. В общем, семья у нас большая. Вот. Будет семейный еще. Там лук-севок у меня пока длинный. Как я сказала, буду маленько сажать. Теперь уж думаю, надо еще, наверное. В общем, ладно, друзья, там видно будет. В общем, вот так идет работа. Пока еще я не вижу порядка, конечно. Но главное, что тут уже все. Уже с души камень, потому что сегодня уже какое число, у нас еще ничего не сделано было. Все, вот. Пришел Федя на помощь. Ну все, друзья, вот такое поле у нас картофельное. Мы сажаем картошку. Федя там равняет. Федя равняет там. Костя копает, сваха кидает. Димка тут это разбирается что-то. Я пойду картошку готовить. Так, друзья, я тут картошку готовлю. В общем, вот такая картошка. Тут у меня... В общем, какой-то препарат я уже развела. Вот такой цвет что-то не очень. Ну ладно. Смотрите, какой у нас закат. Смотрите. А у меня досаживает картофель. Ну вот, все, закончили. Мои трудяги идут. Молодцы! Какие они молодцы! Наконец-то на закате дня вы закончили картошку сажать. А Дима затопил баню. Да-да. Здесь два ряда этот посадил Федя скороспилку. Федя здесь еще разровнял, все закопал. Желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки, и айгульки, и Наташки. Везде за ним хожу, да? Смотри! На Костю посмотри! Такая видна! Смотри, какое оружие! Вот эти не рви! О, сваха, у меня картошку почистил! Федя у нас готовит, жарит шашлыки! Шашлык, короче, немного у нас.
Че, что-то горит, это что ли? Горят. А мы такие любим, да? Не, нормальные, ничего не горит. Я не даю. Да. Уголь зажегся. Все? Молодец, Сведя. Иди еще раз. Может, еще что-то делать. Федя устал сегодня, друзья. Он помог, у Ларисы был там, помогал. К нам приехал вообще. Молодец. Вот такая у нас была работа сегодня. Вот тут вот спахали. Там спахали, посадили картошку. Вот там от начала вот до конца лук, севок. Так, тут все готово. Тут, в общем, посадили свеклу. Так, посадили, что еще мы тут? Морковь. Семейный лук понемногу, лук яровой, чеснок яровой, друзья, вот тут вот этот посадили, посеяли, друзья, редиски. В общем, вот такая работа. Работа начинается только. В общем, Федя говорит, что шашлык готов. Мы сейчас уж пойдем, наверное, домой. У нас там это беседки стол сломался. Не будем сидеть тут. Этот. В общем, друзья, ставьте лайки. Вот такие грядки будут узкие. Все будет красиво, я думаю. Так, друзья, у нас гости. У нас вот Булат. Мальчик, иди-ка сюда. Давай. Скажи, как тебя зовут? Булат. Ну, посмотри сюда, проговори сам. Тебе Булат. Ты Булат. Сколько тебе лет? 6. 6 лет, да. Ты любишь танцевать, да? Да. Ну, покажи движение. Какие движения ты любишь делать? Вот так. О, молодец. Еще как ты любишь там танцевать? Ну, да, да. Ой, молодец вообще. Ну, без музыки, в общем. Да, потому что музыку включишь, авторские права, да, а тут и музыки не надо. Ну, все, друзья. В общем, ставьте лайки нам, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, друзья, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр.